Виктория Санкина, штатная работница больницы, занимается малярными работами. После того, как из корпуса вывели последнего коронавирусного пациента и провели полную дезинфекцию, здесь все штукатурят, моют, красят. Такой формат работы уже неделю. Седьмого этажа, ну частично все, ремонт частичный. Углы где-то там вот потекло что-то, канализация, вот это все чищаем, замазываем все. В конце мая прошлого года в больницу начали поступать первые пациенты легкой и средней степени тяжести. А уже в сентябре и большой корпус становится госпиталем. Максимальное число пациентов здесь доходило почти до 480. Сюда везли тех, кому коронавирус давал осложнение почечных заболеваний. Пациенты сами, которые тяжелой средней степени тяжести, да, переносили ковидную инфекцию, они, не будучи пациентами, да, гемодиализа, они ими становились. То есть это острая почка, острая почечная нестабильность, повреждение почек – это очень частое осложнение у пациентов со средней и тяжелой степенью тяжести. Здесь в октябре в приемнике машины стояли минимум 3 скорой в очереди всегда. При таком объеме больных врачи работали в комбинезонах, а в них трудно дышать, хуже обзор, душно. И на протяжении всей смены нельзя сходить в туалет. Некоторые врачи не спали по несколько суток подряд. Весь персонал больницы переболел, одного специалиста даже потеряли. Врачи говорят, это может вернуться, если жители края будут и дальше пренебрегать вакцинацией. Многие считают, молодые не умирают, а я их видел. Умирало много людей, молодых мужчин, младше меня возрастом. И если придется еще раз разворачивать госпиталя, мы развернем и готовы роддом. Я никого не пугаю, но мы вас ждем, непривитых. И нам не хочется этого, я вам скажу честно. Мы устали. Столько трупов не видела система здравоохранения в гражданское время ни разу. В понедельник они должны вернуться к нормальному гражданскому времени. Работы внутри корпуса уже завершат и будут готовы принимать пациентов. Кстати, коронавирусных в отдельном корпусе осталось только трое. Если жители края будут прививаться активнее, то и другие ковидные госпитали будут быстрее возвращаться к обычному режиму. Поэтапно. Андрей Дреер, Николай Шилко. День с толком.